Здравствуйте. Разберем задачи на ОВР и концентрацию растворов. Какую массу оксида марганца 4, какой объем раствора H-хлор с массовой долей 36% и плотностью 1,18 грамм моль надо взять для получения хлора, который может вытеснить из раствора иодида калия молекулярный йод массой равной 30,48 грамма. Дано. Массовая доля H-хлор 36%, плотность H-хлор 1,18 грамм в миллилитр и масса йода равна 30,48 грамм. Определить массу марганца О2 и определить объем массы раствора H-хлор. Вначале нужно вывести требуемые формулы. Пишем марганец О2 плюс H-хлор, получается хлор 2 нулевой плюс марганец 2 плюс. Пишем первую полуреакцию. 2 хлор минус, получается хлор 2 нулевое. В первой части в левой минус 2 зарядов, в правой 0, следовательно нужно отнять 2 электрона. Вторая полуреакция. Марганец О2 0 плюс 4H плюс. Плюс 2 электрона, получается марганец 2 плюс, плюс 2 H2O нулевое. Заряды в левой части плюс 4, в правой плюс 2, поэтому 2 электрона нужно принять. Теперь складываем эти две полуреакции, перемножая на коэффициенты. 2 хлор минус плюс марганец О2 нулевое плюс 4H плюс. Получается хлор 2 нулевое, стрелочка вверх, плюс марганец 2 плюс, плюс 2 H2O нулевое. Под анионами пишем катионы и наоборот. Под 2 хлор минус пишем 2H плюс, под 4H плюс пишем 2 хлор минус, переносим это вправо, складываем, и получается у нас 4H хлор плюс марганец О2 равно хлор 2 плюс марганец хлор 2 плюс 2H2O. И вторая реакция. 2 калий йод плюс хлор 2, получается 2 калий хлор плюс йод 2, стрелочка вниз. Теперь решаем математически эти реакции. Выпишите полученные реакции отдельно. Напишем над каждой формулой данные задачи, чтобы легче было решать задачу. Напишем первую реакцию. Марганец О2 плюс 4H-хлор, получается марганец хлор 2 плюс 2H2O плюс хлор 2. Все данные, которые у нас есть, выписали над марганец О2 и над H-хлор и над хлор. Теперь подсчитаем молекулярные массы требуемых формул. Молекулярная масса марганец О2 равна 87 грамм моль. Молекулярная масса H-хлор равна 146 грамм моль. Молекулярная масса хлор 2 равна 71 грамм моль. И вторая реакция. 2 калий йод плюс хлор 2, получается 2 калий хлор плюс йод 2. Подсчитаем молекулярную массу хлора 71 грамм моль и молекулярную массу йода, получается 254 грамм моль. И данные над йодом мы пишем массу 30,48 грамм, а над хлором надо определить массу хлора. Первое. Находим массу хлора по второй реакции. По реакции, по низу сначала, молекулярная масса хлора так относится к молекулярной массе йода, как масса хлора, неизвестная к массе йода 30,48. Известные крайние перемножаем, делим на 1 против неизвестного крайнего и получаем 8,54 грамма хлора. Второе. Сколько хлора пошло на вторую реакцию, столько его и выделилось в первой реакции. Поэтому по первой реакции находим массу соляной кислоты в растворе по хлору. Молекулярная масса H-хлор, равная 146 грамм моль, к молекулярной массе хлора 71 грамм моль, как масса H-хлор, неизвестная к массе хлора, равная 8,52 грамма.
И получается у нас 17,52 грамма H-хлор. Третье. В задаче дано, что массовая доля H-хлор в растворе равна массовой доле 36%. Следовательно, мы можем узнать массу раствора H-хлор. Масса раствора H-хлор неизвестная. Мы возьмем за 100%. А масса в этом растворе H-хлора, равная 17,52 грамма, равна массовой доле 36%. Опять известные перемножаем, делим против неизвестного крайнего. Получаем 48,67 грамм раствора. Четвертое. Находим объем раствора кислоты H-хлор по формуле. Объем раствора равен масса раствора, деленная на плотность. И делаем расчет, получается 41,24 миллилитра раствора H-хлор. Пятое. По первой реакции находим массу марганец О2 по хлору. И по низу опять рассчитываем. Мольная масса марганец О2 равна 87 грамм моль. Так относится к мольной массе хлор-2, равная 71 грамм моль. Как масса марганец О2 неизвестная, к массе хлор-2 равная 8,52 грамма. И делаем расчет, получается 10,44 грамм марганец О2. Ответ. Масса марганец О2 равна 10,44 грамма. Объем массы раствора H-хлор равен 41,24 миллилитра.